Танцевальному дуэту из Мытищ вручили специальный приз в рамках финального этапа фестиваля «Город танцует в парках». Наш округ представляли Милана Голова и Александра Трусова. Напомним, ранее девушки одержали победу в окружном этапе. Теперь они с достоинством представили Мытищи на весь регион. Следующий коллектив представляет городской округ Мытищи. Друзья, команда «Акварель Дэнс». В дуэте Александра Трусова и Милана Голова. Егору Дружинину и Александру Могилеву понравился этот дуэт. Концерт состоялся в подмосковном городе Балашиха. Девочки исполнили номер «Мать и дочь». Раскрыть танцевальный талант помогла хореограф Анна Маринчева. Этот номер оценила звездное жюри.